Друзья, потише там, пожалуйста. Это совершенно другое. Это просто супер. Давайте посмотрим на нашу темную лошадку. Кролик из Каталонии. Вы обязательно должны приготовить два этих рецепта. Хорошенький, молоденький. Привет, друзья. Привет, мои дорогие подписчики. Сегодня я буду готовить кролика. Кролика. Вот такой молоденький, нежный, ароматный кролик. С печеночкой. Но рецепт будет королевский. Такого рецепта не знает еще никто. Это настоящий каталонский рецепт. Кролик в шоколадном соусе. Настоящий черный шоколад с содержанием какао 90%. И в нем будет великолепный кролик. У меня, как всегда, есть много задумок. Кролик у меня один, а рецепта будет два. Один будет кролик по-каталонски в шоколадном соусе, а второй будет фрикасе из кролика с вином и шоколадом. Я достаю все потрошки. Жирок я сейчас убираю. Кролика переворачиваю на животик и сразу отрезаю кролику передние лапки. Вот такая прекрасная лапка, похожая на какого-то бегущего оленя. И вторая. Теперь я отрезаю заднюю часть кролика по линии седла. Есть. Переворачиваем кролика на спинку и смотрим, где у нас заканчивается его филе. И здесь делаем такой же точно разрез. Делаем еще один разрез возле шейки. И разрезаем заднюю часть на две половинки по позвоночнику. Вот такой великолепный кролик получился. Две задние лапки. Здесь идет у него филе. Кусочек с ребрышками. Шейка. И две передние лапки. Для кролика по-каталонски я буду использовать все части, кроме филе. А филе я буду использовать для рецепта фрикасе из кролика с вином и шоколадом. Сейчас я вырежу вот это филе. Одно и второе. Я снимаю вот эту пленочку, которая на спине. Она достаточно жесткая. И с другой стороны тоже. И вырезаем само филе. Это очень тонкая работа, чтобы как можно больше мякоти снять. Вот такое прекрасное филе получилось. Немножко зачистим его еще, уберем лишний жирок. Жирок нам еще пригодится. Вот две такие красивые филешечки получилось. Я их откладываю в сторону. Пока мяско будет отдыхать, у меня был предварительно замочен горох. Я его промыл несколько раз в воде и замочил. Сейчас я эту воду сливаю и ставлю горох вариться. У нас будет на гарнир очень вкусное и нежное, великолепнейшее гороховое пюре. Когда горох варится, я его не солю. Солить я уже буду после приготовления. Сковороду я разогрел, наливаю сюда немного обычного масла растительного и кладу сюда кусочек сливочного масла. Для аромата кладу раздавленный зубчик чеснока или даже два и выкладываю сюда кроличью печеночку. Вот так. И только-только слегка ее прогреваю. А в этой кастрюльке я уже варю бульон из костей кролика. Аромат чеснока настолько божественный, с сливочным маслом, настоящие каталонские ароматы средиземноморской кухни. Печеночку я прогрел, я ее не жарю, просто слегка прогреваю. Она поменяла цвет и все, я ее достаю. Немного поднимаем температуру на сковороде. Как только чеснок начнет чуть-чуть золотиться, я его сразу уберу.
и выкладываю кусочки кролика. Чесночок я уже убираю. Сейчас я обжариваю кролика для рецепта кролик по-каталонски с шоколадным соусом. Кролика я обжарил, и сюда я перекладываю лук, который я порезал кусочками. Вот такие красивые золотистые кусочки кролика. Он жарился в общей сложности максимум 5 минут. Сковорода была не слишком большая и немного перегруженная. Сейчас я лучок чуть-чуть просто прогрею. А к лучку я добавляю маленький, тоненький кусочек черствого белого хлеба и обжариваю. Я добавляю сюда красное вино. И немного хорошего бульона. Из пряностей я использую белый перец, тимьян, майоран, немного розмарина и соль. Я высыпаю сюда смесь пряностей и кладу сюда палочку корицы. Это не настоящая корица, это кассия. И солю. И прогреваем минут 20. Я слегка прикрою крышкой, чтобы ароматы не так быстро улетучивались и мяско быстрее прогревалось. Я все делаю очень быстро, потому что первый кролик по-каталонски уже в сковородке с красным вином и бульоном, а мне еще нужно кое-что сделать. Я беру миндаль и фундук, орешки жареные и очень вкусные. И толкую их в ступке. Теперь сюда я опускаю вот этот поджаренный сухарик. И сюда же я кладу печеночку, которую я только-только слегка прогрел. И тоже вот так делаю. Кидаю шоколад кубиками. 2, 3, 4, 5. Достаточно. И сюда я высыпаю все, что мы растерли в ступке. Сейчас вся эта смесь прогреется, шоколад в бульончике из вина и бульона растворится, и кусочки кролика пропитаются необыкновенным ароматом Каталонии. Теперь я уже буду припускать кролика при открытой крышке, он уже хорошенечко прогрелся, для того, чтобы немножко выпарить жидкость. Но в то же время я буду кусочки кролика переворачивать, чтобы все кусочки равномерно прогревались. Сейчас, пока кролик томится, я начинаю готовить гороховое пюре, но предварительно... Отлично. Здесь есть одна хитрость. Гороховое пюре, чем больше мы его будем измельчать, тем больше оно будет густеть. Так и есть. Пюре уже немного загустело. Я добавляю сюда хорошее сливочное масло. И, наконец, солю. Для того, чтобы пюре было более нежным и сочным, я добавляю сюда очень горячее молоко. И продолжаем взбивать. Такое нежное. Вот оно вот такое сейчас еще жидненькое, но как только оно остынет, оно опять будет густым. Поэтому пюре подают очень маленькими порциями и очень хорошо разогретым, очень горячим. Божественный аромат. Палочка корицы уже сделала свое дело, я ее убираю. Добавляю сюда несколько ягодок белого винограда. Это виноград без косточек. И посыпаю все петрушкой. Все, готово. Я наливаю на нее обычное растительное масло. И обжариваю вот такие прекрасные филешечки. Кроме этого, у меня еще осталось два малюсеньких кусочка. Это внутреннее филе. Они будут вообще жариться по 5 секунд. Просто чтобы их не использовать в бульончике. Начинаем обжаривать. Большое филе максимум 2 минутки всего.
Все, филе готово. Я его убираю. И в сковороду высыпаю лук, порезанный крупными кусочками. А также пару зубчиков чеснока. Лук слегка позолотился, и я его убираю. В сковороду я выливаю бокал красного вина. И наполовину выпариваю его. Пока вино упаривается, я порежу филешку на кусочки. Посмотрите, она полностью готова, видите? Мяско все беленькое. Режется мягко, идеально. Вино прекрасно уваривается. И я добавляю сюда немножко бульона. И все это дополнительно увариваем. Соус из красного вина и бульона уже очень хорошо выпарился. Я больше не упариваю его, потому что сейчас будет самое интересное. Я добавляю сюда черный шоколад с содержанием какао 90%. И я думаю, что именно этот шоколад и даст необходимую текстуру самому соусу и загустеет. Главное все энергично перемешивать, чтобы шоколад не пригорел горячим дном сковородки. Идеально. И теперь высыпаем сюда порезанное филе кролика и лук. И все это я посыпаю свежей рубленной петрушкой. Все. Друзья, кролики уже готовы. Я сгораю от нетерпения попробовать оба эти рецепта. И, конечно же, мое любимое сухое красное вино. А вот здесь великолепнейшее пюре из молодого горошка. Аромат. Это настолько легкое пюре, просто как облако. Это самое лучшее пюре, какое я когда-либо пробовал. Но давайте я начну пробовать фрикасе из кролика с шоколадом. Вот такой прекрасный, густой шоколадный соус. Вот это кусочки лучка, петрушечка, а вот это именно филе из кролика. Предвкушаю аромат. Волнующий, богатый аромат какао-бобов, настоящих, хороших, качественных. Но все-таки это кролик. Вы знаете, это просто супер! Это кролик, у него такое мягкое филе, очень нежное, а вокруг соус, именно соус очень горький, волнующий, но это все-таки шоколад. Но это абсолютно не тот вкус шоколада, который я привык распознавать в своих десертах. Это совершенно другое. Да. Филе нежнейшее. Вы сами видели, сколько я его прогревал. А лучок в шоколаде. Как раз именно по лучку. У лучка должна быть такая текстура, чтобы он еще хрустел, но в то же время был обжаренным. Вы видели, как я это делал. Именно текстура у лука. Лук в соусе из шоколада и красного вина. Это просто... Я даже не знаю. Вкуснятина. Еще кусочек. Настолько вкусно. А внутри мяско беленькое-беленькое. Мягенькое-мягенькое. Великолепно. Я настолько воодушевлен тем, что фрикасе из кролика с шоколадом и красным вином вышло так классно. Это вообще супер. Но давайте посмотрим на нашу темную лошадку. Вот это кролик в шоколадном соусе. Это настоящий каталонский рецепт. Итак, чем же пахнет этот кролик? Из Каталонии. Кролик из Каталонии. Совершенно другой аромат. Очень-очень тонкий. Какой-то очень отдаленный аромат какао-бобов. Или все-таки шоколада. И вина.
Я прекрасно слышу разницу. Сейчас я вам попытаюсь ее рассказать, что я чувствую. Как же вкусно. Во-первых, абсолютно другая текстура у этих кусочков кролика, потому что филе было самое нежное. Я грел его буквально 1,5-2 минутки. А здесь у меня были и задние ножки, и передние ножки. Поэтому мясо прекрасно приготовилось. Оно именно проводило время в сковородке ровно 30 минут, еле-еле. Но оно полностью готово и очень мягенькое. А вот именно сам ансамбль из лука, шоколада, вина абсолютно другой. Он настолько интересный, очень тонкий, но в то же время... Я даже не могу подобрать слов, но это очень вкусно. Оба рецепта идеальные. Я не могу сделать выбор между рецептом фрикасе из кролика с шоколадом или все-таки кролик по-каталонски в шоколадном соусе, потому что это абсолютно, абсолютно разные кролики, но оба из них идеальные. Поэтому вы обязательно должны приготовить два этих рецепта. И кролика в шоколадном соусе по-каталонски, и фрикасе из кролика с шоколадом. Это абсолютно все разное. Но вам это так понравится, я это знаю. Поэтому обязательно готовьте по моим рецептам. Пишите в комментариях, как вам понравилось мое видео. А оно вам должно обязательно понравиться. Поэтому ставьте вот такие громадные лайки. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка вот здесь внизу. А вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, чтобы вы были всегда в курсе всех моих новых видео на моем канале «Вкуснее, чем дома». И помните, друзья, кухня – это самое спокойное место и самое вкусное.